Да. Спасибо большое за вопрос. Я хочу сказать, что четвертое место Тульской области в этом рейтинге – это заслуга большой команды нашей. И это формировалось еще до моего прихода. В этой должности нахожусь не так давно. Но я хочу сказать, что мы выбрали для себя три основных вектора развития, по которым мы сейчас движемся. Первое – это эффективное взаимодействие с федеральными институтами развития. Вчера было подписано соглашение с Российским экспортным центром, который будет оказывать нам помощь малым и средним предприятиям в освоении экспортных рынков. Второе – это новые методики работы с инвесторами, которые заходят в Тульскую область. В апреле была создана особая экономическая зона. И хочу заметить, что ее сейчас развитие происходит именно по тем принципам стратегических планирования развития особых экономических зон. И второе – это успешные практики развития предпринимательского климата. Здесь мы активно работаем с ОСИ, агентством стратегических инициатив. У нас это получается, есть определенные результаты. На достигнутом мы останавливаться не собираемся, будем идти дальше. Спасибо.